фаршированной щуки еврейского дома портрет. Скажите нам, тетя Дебора, свой рыбный фамильный секрет. Спасибо, спасибо, спасибо. Секрет заключается в том, сперва фаршируется рыба, гостей приглашают потом, гостей приглашают потом. Вальс! Раз, раз, раз. Теперь и в Одессе, и в Риге со щукой плохие дела. В Жмеринке не было моря, но рыба, представьте, была. Спасибо, спасибо, спасибо. Секрет заключается в том, сперва фаршируется рыба, гостей приглашают потом, гостей приглашают потом. Тут нужно немножечко сейхел, и будет судак и сазан. Для этого каждой запруде не надо впадать в океан. Спасибо, спасибо, спасибо. Секрет заключается в том, сперва фаршируется рыба, гостей приглашают потом, гостей приглашают потом. Спасибо, спасибо. Секрет заключается в том, сперва фаршируется рыба, гостей приглашают потом, гостей приглашают потом. Ой, какая прелесть! Ой, мне и кусочек. Это самый цимис, я вам должен сказать. Спасибо!